создаете Айсен Сергеевич Николаев, герой Российской Федерации Александр Владимирович Кобзев. Уважаемые гости и участники мероприятия. Сегодня всем мы выражаем Александру Гавриловичу огромную гордость и уважение от имени всех жителей родной республики. Он первым из наших бойцов, участников специальной военной операции, удостоен самого высокого звания нашей страны, звания Героя России за свой подвиг. Во время тяжелейших боев в сентябре прошлого года он не только выполнил боевое задание, но и спас десятки бойцов, проявив настоящее мужество и воинскую доблесть. Я во время своей встречи с президентом нашей страны еще раз поблагодарил его за принятое им решение. Он в лице Александра Григорьевича выразил искреннюю благодарность и восхищение мужеством всех наших солдат, офицеров, наших военнослужащих, добровольцев, которые сегодня защищают нашу войну. Герой России – это очень ответственное и почетное звание. И это звание Героя России не только мое. Я всегда говорю, что это заслужили все наши бойцы. Здесь в зале находятся ветераны военных действий, участники СВО, участники боя 24 сентября. И все они настоящие герои. Давайте поблагодарим их за храбрость и самоотверженность, преданность своей родине.